ground, don't get caught in the mosh pits. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Уважаемые, здесь целая полоса закрыта. Люди не ждут, люди хотят уехать. Давайте, давайте, проезжайте, подожди. Автобус стоит. Уважаемые, за вами пробка скапливается. Попросил 3 минуты подождать, в туалет тебе. Уважаемые, здесь пошел пробка человек. Скапливается. Здорово! Привет! Здрасте. Давай еще наклейку. Там, короче, надо все сдать и накатать. Замечательно. На данный момент вы стоите на протоколе, на тротуаре. Конечно, вы будете мешать движению. Вы встаньте так, чтобы не мешать. Все. Давай, клей. Давай, все, я вижу, прекрасно. Клей. Да, клей, все. Убери машину. Убери машину. Здесь запрещай. Здесь нету инспекторов. Где? Вызывай. На тротуаре. Вызывайте. Ну, вызывайте. Вызывайте. Тебе надо, ты вызывай. Вот вам надо. Вы ебаешь, а чмо ебать? Потому что ты такой. Ты чмошник. Вы смотрите, как вы стоите, кстати, на тротуаре. Вы стоите на тротуаре. Я понимаю, что я сам. Да, вы мрази. Какой же ты культурный, а? На чем же на ты? Тебя, ты кто такой вообще? Я человек. Человек, если ты человек, по-человечески общайся. По-человечески вам попросили отъехать. Ты не просил, во-первых. Просил коллегам. Коллегам? Тебя. Вот и все. Жище, ответь, пожалуйста. Еще получите наклейку. Давай еще наклейку. Покажи закон, где запрещено. Уважаемый, я вам ничего доказывать это не буду. Я вам ничего не буду доказывать. Давай вызовем ГАИ. Да, вызовем ГАИ. Да ты сейчас приезжаешь, там просто. Вот, пускай приезжает. Убирайте автомобиль. Пускай приезжает. Уйди, конючий. Вот и все. Я вижу, кто ты. Я вижу, кто ты. Я вижу, кто ты. Последний. Вот я вижу, кто ты. Слышь, подожди, ну так, сейчас умеет, он я ответил. Позорище. Диан, отойди от него, не надо ему ничего объяснять. У вас русский язык какой-то непонятный. Поверите, я уезжаю. Машина паркуется. Это что за беспредел? Что он сделал? От самого начала до самого конца.
Он показывал, что он хамло. Я ему наклеил. Дело в хамстве. Я ему наклеил то, что он на самом деле есть. А чем вы занимаетесь? А мы снимаем нарушение вот такого хамства. А кто вас наделил полномочия? Фамилия, имя, отчество? Российская Федерация, президент Владимир Владимирович. Замечательно. А полномочия у вас есть, Владимир Владимирович? Доверен. Статья 12.1. Конституция. А он как раз гарант Конституции. Замечательно. Спорить не будем. У вас, вы представляете юридическое лицо или так, сам по себе? Не надо садиться. Смотрите, на уши. Мужчине, не надо садиться на уши. Здесь не надо, пустой разговор. Дальше, если автомобиль стоит на тротуаре, скажите, ему клеится наклейки. А на каком основании это будет? Это уже к сотрудникам полиции, не к нам и не к вам. Потому что так. Нет, я понял, что они тут стоят. Нет, убирайте. Я говорю, чьи это? Вы их можете убирать. Вот это, если уж на то пошло, то все согласовано. Вот, чьи это? Хотел бы сказать. Это столбы, если я не ошибаюсь, столбы отеля. Столбы, вот именно что было согласовано со службой, их привезли. Вот. Это как красота тут чья-то, я не знаю. Вы можете все убрать. Даже можете взять и пойти в ЦУМ, вот на самом деле. Отлично, мы как раз пойдем, только не в ЦУМ, а в ОВД. Вы, наверное, думаете, а что сейчас происходит? А происходит обычная вещь. Вот смотрите, эти столбики находятся у отеля «Арарат» в самом центре Москвы, не Глинной. И уже выходило несколько роликов с этой локации. Эти ролики назывались «Серьезные ребята у отеля «Арарат» первая и вторая часть». Камнем преткновения были вот эти вот столбики с зеленым насаждением, которые они выставляли по своему угодью около своего отеля, тем самым захватывая часть муниципальной дороги. Одновременно эта проезжая часть является и дорожкой для велосипедистов. То есть, если она закрыта, там стоят машины и эти столбики, то велосипедистам ничего не остается, как ехать по проезжей части, либо по тротуару. Как бы там ни было, если этот инвентарь принадлежит отелю «Арарат», у них должны быть какие-то номера, какие-то документы, разрешения, но этого нету. А даже если и есть, то нам их не показали ни в первый, ни во второй, ни в третий раз. Ну и что нам остается делать? А ничего. Наш бодрый активист просто взял этот столбик и укатил его в ВВД. Благо, оно не очень далеко, и за несколько десятков минут ребята справились. Там они оставили этот столбик, и если вдруг ребята из отеля «Арарат» захотят забрать свою, видимо, собственность, им придется прийти и изъясниться, что кусок металла и декоративных насаждений делает посреди дороги. И им, наверное, кажется, что отель дорогой, массивный, и кусок дороги в центре Москвы они могут забрать спокойно, в свое пользование. И так как эта штучка выглядит очень цивильно, ни у кого не возникает вопросов, что она стоит незаконно. Дело, наверное, даже не в законе, а дело в том, что они забирают часть проезжей полосы. То есть люди вместо спокойных, свободных трех рядов вынуждены ютиться в двух. Плюс велосипедистам, плюс для велосипедистов это большое осложнение в передвижении. И вот мы будем делать так каждый раз, относить их по одному, по два, и посмотрим, сколько у них их останется в следующий раз. А дело в том, что на такие вещи у них разрешения быть не может. Они не могут захватить кусок дороги в свое пользование. Она муниципальная. Этого быть не может. А-та-та. Ох ты. Что так близко подходишь-то? Дистанцию держи. Или ты не это? Уважаемый, это тротуар. Обожаемый. Это тротуар. Да ладно. Да ладно. Чего? Сдавайте назад. Сдавайте назад. Да? Сдавайте назад. Что давайте? Назад. Ладно, это как? Вы... А твой, ёпта. Права как да, получили? Твой, как вы получили? Иди на блядь. Ты